Компания Fanta Wild Animation представляет. Продюсер Минг Ли. Автор сценария Ай Хуаюн. Режиссер Мин Куан Хэй. Композитор Ю Жуо. Приключения мастера кунг-фу. В предыдущей серии. Мам, смотри, смотри! Шалун ушел! Хофан, но почему ты не можешь усвоить простое движение? Он тут был, это точно! Он сравнивает похлебку и дружбу с Шалуном. Учитель, я понял! Хофан! А пока что, малыш, отнеси масло в кладовку. Да? Хофан! Шалун! Хофан, время молиться! Значит, все подождем? 44-я серия. Стоячий глаз, торопись с огнем. Минутку, минутку. Хофан зажарится. Скорее, скорее, скорее! Скорее! Хофан, твое обучение кунг-фу идет успешно? Не очень. Не дается техника воздушной сабли. У тебя все получится, сынок. Работает, работает. Избавимся от мальчишки и получим награду от няна. Принесу что-нибудь на растопку. Ох и мудрый же я хорек! Болтун, твой хвост! Пучеглаз, пучеглаз! Какой костер! Все скроется в дыму, а мы, наконец, пойдем домой. Вы, наверное, проголодались. Принесу что-нибудь вкусное. Чудесно, спасибо! Пожар, пожар, горим! Пожар! Горим! Горим, скорее, пожар! Я помогу потушить огонь. Шалун, жди тут! Хофан! Надо погасить огонь! Еще воды! Все слышали, еще воды! Воды сюда! Все спешите! Надо еще! Болтун, они потушат пожар, а что дальше? Спокойно, все отлично. Идем. Думаешь, обхитрил меня, пацан? Не на того напал. Недоумок! Масло для Хофана! Спрячься скорей! Ага, прятки! Как он войдет, окати его с ног до головы, запомнил? Вроде бы! Тогда иди и копай нам тоннель для побега! А если Хофан не войдет? Бестолочь! Прячься! А что, если он меня найдет? Послушай меня хоть раз, но просто делай то, что говорю. Прячься, жалкий тупица! Неудачник! Скорее, почти потушили. Не останавливайтесь! Слава богу, обошлась. Урон все равно велик. Мой винный склад пропал. Подождите, виноделка, я зайду туда и все проверю. Хофан! Хофан! Что? Хофан идет. Что там за шум? Хофан, это ты? Пучеглаз, откуда ты здесь? Болтун велел сидеть и ждать. Ждать чего?
А где же болтун? Отвечай! Отвечай же! А он ушел поплавать, точно! Это вы устроили пожар, так? Мне нельзя об этом говорить! Вы поджигатели! Это его идея, это все болтун! Он все планировал! Меня не обвиняй! Идиот! Он меня заставил! Заставил! Уютно тебе, малец! Отстань от меня! Отстань! Ты плохой, ты негодяй! Успокойся, детка. Это же малыш. Не кричи. Еще один звук — это покойник. Малыш там? Какой ужас. Отвечай, где он, пучеглаз? Отвечай, а то пожалеешь. Он наверху. Где он? Где, малыш? Малыш, ты меня слышишь? Малыш! Малыш! Хафен тут. Отлично. Жду не дождусь. Малыш! 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 Хафен! Хафен, это ты! Малыш, отлично. Наконец-то я тебя нашел. Хафен, я так боюсь. Все хорошо. Я с тобой. Кто там? Масло! Ты доигрался, чудо-мальчишка! Тебе конец! Ой, больно! Болтун наверняка уже начал. Надо разжигать огонь! Огонь для Хофена! Пойду копать туннель для побега! Еще один пожар, боже! О, нет! Хофен все еще внутри! Помогите! Скорее, Хофен еще не вышел! Давайте, давайте сюда! Давайте скорее! Пучеглаз, мы готовы? Да! Оставляю вас греться! Прощайте! Стой! Я боюсь, Хофен! Боюсь! Все хорошо, я помогу выбраться. Мама! Мамочка! Мама! Хофен еще не вышел. Мама! Мама! Боже мой, малыш тоже там, малыш! Пучеглаз, тоннель готов! Пора бежать! Знаю! Побежали! Копай скорее! Мы жаримся! Все хорошо, малыш! Мы найдем выход! Скоро все обрушится! Хофен, что же теперь делать? Поверь мне, малыш, мы выберемся! Хофен, я боюсь! Я хочу к маме! Мама! Я отведу тебя к ней, обещаю! Нет, я хочу к маме сейчас! Плохие дела, дом не спасти. Малыш, малыш! Виноделка, тут мы ничем не сможем помочь. Скорей, скорей! Тут уже жарко! Вон выход. Бедные детки. Малыш, Хофен. Давайте, давайте, думайте, должен быть выход, надо их спасти. Малыш, тихо. Я сломаю стену, и мы выйдем. Не получается. Слава богу, мы выбрались. Да, выбрались. Но тебя хвалить не за что. Копать надо быстрей. У мальчишки нет шансов. Нет, ни одного.
Пучеглаз, найди место, где мы как следует отдохнем. Ничего не получается. Вот это и вправду впечатляет. Да, впечатляет. Что сказать, я талантливый и удивительный, я коварный. Попробуем там. Мама! А? А? Пожар! Мама! Малыш, сынок! Хофен, у тебя получится, соберись! Мама! Мама! Малыш! Мамочка! Детка, мама идет! Слышишь, малыш? Туда нельзя! Госпожа виноделка, нет, не ходите! Малыш! Малыш! Трактир горит! Вино пропало! Это обидно, да. Господин странник, отлично. Смотри, Хофен, малыш еще внутри. Что? Это правда, Шалун? Пожалуйста, учитель, спасите Хофена и моего сынишку. Малыш! Странник, спаси их, выведи оттуда. Что делать? Надо собраться. Хофен! Хофен, где ты? Учитель, мы тут! Осторожней! Хофен! Давай скорее! Давай, давай! Учитель, как нам обойти пламя? Я позабочусь о пламени, а ты следи за ребенком. За мной! Беда. Это ужасно, и виной всему я. Ты не виноват. Ноша Поляриса тяжел, а? Но винный склад разрушен. Виноделка потеряла дом и работу. В свое время ей улыбнется удача, и она обретет богатство. Потому что она приютила звездное дитя и помогла в дни обучения. Все беды от Ниана. Да, именно он виноват в случившемся. Люди страдают, и его ждет справедливая кара. Избранный герой должен прийти и победить Ниана. И вы уверены, что я избранный? Хофен, судьба вела тебя через всю страну, чтобы спасти всех жителей. Теперь ты это знаешь, только никак не можешь принять. Спасение родителей – это малая часть твоей миссии. Спасение мира – это большая часть. Ты должен выполнить долг до того, как земля погрузится во мрак. Потом будет уже слишком поздно даже для Поляриса. Но... Хофен! Хофен! Виноделка! Хофен, спасибо тебе. Вы со странником спасли моего малыша. Малыш! Поблагодари Хофена. Виноделка, что с малышом? Пожар так напугал его. Бедный ребенок. Жалко ваш дом, виноделка. Есть поговорка: мой дом сгорел, теперь я увижу луну. Мы пойдем на запад. Я давно мечтала об этом. До свидания. Идем, малыш. Учитель, кажется, я понял, о чем вы говорите. Я должен видеть общую задачу. Обещаю вам, я буду стараться. Я понимаю, что миссия касается не только меня, но и всего мира.
Да, думаю, ты все понял, мальчик. Да, понял. Да, ты точно избранный. Господин, мы как раз собирались доложить. Да, собирались доложить. Доложить? Во сне, лунатики. Мы выполнили задание. Хорошо, рассказывайте. Ночью мы поймали Хофена в доме и подожгли. Никто не уцелел. Мы молодцы. Да, большой дом, большой огонь. Это правда? Да, весь дом дотла сгорел. Это я знаю, я видел руины дома, но мальчишка из Воротлив, вы это знаете. Да, господин, но мы окатили его маслом, он сгорел, как пучеглаз. Да, как овощной салат. Очень хорошо. Я доложу об этом Ниану сейчас же. Отлично. Но хочу напомнить, что наш вклад в это дело был очень значителен. Я помню. Получите от господина Ниана щедрую награду. Болтун, я уже чувствую вкус курочки. Ох, я хочу хорошего вина. Кстати, надо вернуться и поискать остатки вина. Пошли. Да, давай сходим. Повелитель, если можно. Что случилось? Повелитель Ниан, хорошие новости. Давай, выкладывай. Мальчишке Хофену конец. Уверен? Вполне. Он был в горящем доме и теперь стал частью истории. Ты видел это своими глазами, Ворон? Ну, как, вообще-то, нет, господин... Вообще-то нет. Лети и принеси доказательства. Мне не важно, как ты это сделаешь. Да, повелитель, докажу. 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 Ждать осталось недолго. Я стану непобедимым. Даже звездное божество не сможет мне помешать. Я навеки накрою землю мраком. Учитель, вы не заняты? У меня вопрос, Хофен. Ты ведь понимаешь, что рисковал жизнью, когда вошел в тот дом и спасал малыша? Я знал, что это опасно. Но услышал плач малыша и должен был помочь. Значит, единственное, что вело тебя, это спасение жизни малыша? Еще одно доказательство, что скоро ты будешь готов биться с Нианом. Не знаю, мастер, что и сказать. Ответь мне, почему ты не появился с младенцем? Я пытался, но из-за дыма. И я не мог избрать верную стратегию. Ясно. Тогда идем. Но, учитель, куда идем? Ты должен кое с кем познакомиться. Учитель, это очередное священное животное? Она
Скажу лишь, что она удивительная. В следующей серии. Учитель, что это? Что не так? Слабоумный, почему мальчишка жив? Хафен все еще жив. Хафен, слушай, что это за шум? Берегись. Что это? Болтун, я больше не могу. Давай передохнем. Переоценивать себя иногда опасно. Мы бы хотели учиться у вас. Вот как? Фильм озвучен студией Инис по заказу компании Central Partnership. Yang chang xiao jing, dui ni tan xin yi bu xiao xin, da zao jing zhe yang ren kai shi nong zhe hu dou sha le ji xin le hou, sha ba du shu chao huai ma jia bian, mei le zhe. Yang ni zhe yang ren da shi he jing, yi ding hen li hai, men mei yin shang yi da gou, fen jie yu dao hai. Yang ni zhe yang ren da shi shou fa, yi ding hen li hai, hen pi shu da gou dian zhe.